Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Олександр Гамоля. Глядіться у гэтым выпуску. Визначені пріоритети обласної інвестиційної програми на 2017 год. У Гомелі відкрився центр першої медицинської допомоги. Управління державних експертиз по Гомельській області сьогодні підведе виніки літошньої роботи. Сьогодні у Гомелі відкривається новий концертний сезон. А зараз об гэтым і іншим більш подробязно. Президент Беларуси Александр Лукашенко завтра проведет встречу с представниками громадскости белорусских и замежных СМИ. Мероприятие пройдет в поширенном формате под агульной назвой «Великая размова с президентом». У им примут удзел маль 4 десятки журналистов. На встречу запрошены и шматлікие эксперты, которые так само примут удзел в диалогу по наиболее актуальных темах. Прямая трансляция встречи начнется у 10:03 лютого. Она будет вестися по телеканалах «Беларусь-1», «Беларусь-24» и первом национальном канале «Белорусского радио». На сессии Гомельского областного совета депутатов подведены выники реализации летошней инвестиционной программы и затвержены основные накерунки выкористания бюджетных сродков в этом годе. Сярод приоритетов – объекты жилево-коммунальной господарки, аховы здоровья, сельскохозяйственного призначения. Главная задача областной программы – повысить эффективность выкористания сродка областного бюджета на потребы капитального будовництва и сконцентровать их на наибольше значных объектах. В минулом годе на реализацию областной инвестиционной программы плановалось накировать амаль 118 миллионов рублей, але у реальности эта личба оказалась амаль на чверть больше. Гэта стало магчымым у вынику реализации областного бюджета и додаткового выделения сродков. По этой же причине сёлетняя сумма у 131 миллион рублей на сессии, названная неканчатковой. На протягу года яна может быть так само повеличена. Самые значные расходы в рамках инвестиционной программы предугледжены на будовництво объекта у сферы жилево-коммунальной господарки и реализацию мероприемства по ахове навокольного осяроддзя. 14 миллионов рублей пойдет на реконструкцию молочно-товарных ферм и будовництво новой птушкофабрики у Ветковском районе. А про того, сярод приоритетов программы – реконструкция детяшей областной клиничной больницы у Гомеле. Дарэчы, в минулом годе на гэты объект было накировано свыше 24 миллионов рублей, у 5 разов больше запланованного. В целях улучшения качества медицинской помощи населению настоящей программой предусматривается направить 20 100 000 рублей. За счет данных средств будет продолжаться строительство объекта реконструкции детской областной клинической больницы в городе Гомеле, строительство которой начато в соответствии с поручением главы государства. Завершение реализации инвестиционных проектов – основная сёлетняя задача у целлюлозно-папяровой галине. Как поведаем старшиня концерна «Беллеспапераправ» Юрий Назаров, запуск завода сульфатной беленой целлюлозы у Светлогорску запланованы на гэты год. Что год на предприемстве будет перепрацовываться больше, как за 2 миллиона кубичных метров драунины. Другий важный проект, который так само плануется завершить сёлета – организация вытворчасти кордона на базе филиала «Добрушская папяровая фабрика «Герой працы». 17 миллионов рублей плануется выдаткивать в этом годе на подтримку науково-доследших работ. Отповедные сродки предугледжены у инновационном фонде Гомельского облвыконкама. Об интеллектуальном потенциале региона шла размова по час семинара для представников прессы, организованных Головным управлением идеологичной работы, культуры и по справах молоди Гомельского облвыконкама. Олег Сюнцеров ознайомился с перспективными распрацовками. Гомельский науково-технический центр комбайнобудования сегодня означает 70-годовый юбилей. Починали с невеликого конструкторского бюро, теперь тут распрацовывается техника опошних поколений. Это не просто свержение. У Гомеля уважливо сочить за достижениями конкурентов. Конкуренция жесткая, и мы готовы к этой конкуренции. Мы следим за своими, скажем, основными фирмами, которые работают в области сельхозмашиностроения. Бываем на выставках, бываем на полевых испытаниях. То есть проводим весь комплекс работ для того, чтобы техника Гомсельмаша и тех совместных предприятий, с которыми мы работали, была достойно представлена на рынке и нашла своих покупателей. Комбайн на газовом руховику по заказу «Газпрама», специальные варианты сборжеуборочных машин для краин Африки и початкоуборочная машина для Российской Федерации – это только некоторые практичные накерунки, якими сегодня занимаются у Гомельском центре комбайнобудования. Одночасово с распрацовкой сучасных узоров для Гомсельмаша и айчинного агропромыслового комплекса значная увага экспорту. Новые направления – это хлопкоуборочные машины, это початкоуборочные комбайны, это модельный ряд косилок самоходных,
Вот. Это модельный ряд прицепных картофелеуборочных комбайнов новых поколений, а также и зерноуборочные машины, как для регионов Азии, Казахстана. Это небольшой производительности, 5 кг в секунду мы создали машины 575, называется модель КЗ-575, так и более крупные машины, которые уже вот в этом году находятся в производстве на Гомсельмаше. Гомельский технопарк – подтверждение того, что макропоспехов сегодня могут достигнуть не только буйные конструкторские бюро, а и представники микробизнесу. Сирот партнеров резидентов парка – представники амаль 20 краин свету, причем распространки компаний с колькостью працующих усяго у некольких человек, часто запотребованные промысловыми гигантами. Гомельский технопарк позиционирует себя как территория инновационного бизнеса. Главная задача – допомогти резидентам у практичной реализации распрацовок. Сегодня технопарк предоставляет свои площади больше 20 компаний. Подчас пресс-конференции, организованной Головным управлением идеологичной работы, культуры и по справах молоди, размова о перспективах науково-доследчей деятельности у регионе. В этом году инновационный фонд Гомельского облаконкама запланованный у померы 17 миллионов рублей. За кошт этих сродков будут финансоваться проекты, которые имеют на увазе укоренение технологий новых для республики те увогуле сусветной экономики, плюс подтримка технопарку по выпуску экспортно-ориентованной продукции. Наши резиденты демонстрируют хорошие темпы роста экспорта, причем экспорта услуг. За 2016 год объем экспорта составил почти 2 миллиона долларов. Считаю, что это достаточно серьезный результат, если учитывать, что, как правило, резиденты технопарка – это небольшие компании, которые самостоятельно реализуют свои проекты. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». До інших тем управління державних експертиз по Гомельській області подведе сьогодні виніки літошньої роботи. За гэты час тут проведено больше, як 47 тысяч экспертиз, причем усе яны выкананы у адпаведнасці з адведзенымі законодавством терминами. Сярод основных заказчиков – следчий комитет и Министерство внутренних справ. Для остатніх структур летась выканана каля 3% доследованняў. А прача таго, амаль 850 разоў за допомогою проведення экспертиз на платной основе зверталіся жыхары регіона. Гэта амаль на 20% большим было ў папярэднім годзе. И такая лічба так само характеризует эффективность деятельности управления. Летась эксперты выезжали на место здарэння больше, як 17 тысяч разов. Гомельщина – один из лидеров Украины по снижению колькости пожаров и загинувших на их людей. Головные выники работы в минулом годе огучили на коллеги областного управления Министерства по надзвичайных ситуациях. Высокую позицию регион займает другий год запар. В 2016 году колькость пожаров снизилась больше на 9%. При этом на их не загинуло ни одно дитя. Пожарные повешальники выратовали 39 жизней, у тем лику 5 дитячих. А вот сами выратовальники сберегли от трагедии больше, как 100 человек. Подтримание высокого профессийного узровня супрацовников, нагляд за выполнением законодавства, пожарной безопасности и профилактика. Все это разом и дозволило полепшить статистику. Особная роль належит надзиральным комиссиям. За 5 годов их работы колькость узгарания у регионе снизилась амаль удвоя. На сегодняшнем этапе, говорить уже, новая форма, она разработана и внедрена. И в этом году это в первую очередь, где произошла трагедия, да, в каком районе. Туда выезжают все областные субъекты профилактики. Да. Они дают оценку каждой деятельности, каждого районного субъекта профилактики, заслушивают их. Если видна недоработка, то соответствующие меры реагирования как должностным лицам, так и недопущение этих всех трагедий, они применяются на местах. Головной причиной возникновения пожару по ранейшему застается неосторожное обыходжение с огнем при курении. Наступные в рейтингу – порушение правил укористания печным отеплением и электроприборами. А наибольшастыми ахвярами властной неосторожности становятся непрацующие и пожилые люди. Рызыку возникновения надзвычайных ситуаций повышают морозы. Супрацовники МНС вертаются до насельництва с просьбой быть осторожными и выконывать правила пожарной безопасности. У Гомеля открылся центр по навучанию оказанию первой допомоги. Занятки будут проводить специалисты Червоного Крыжа. Курс подрыхтовки могут пройти все жадающие. С подробязностями Ганна Каральчук. Як спынить кровотек? Что робить про химичную опеку? И як допомогчи человеку при инсульте? Про все это можно доведаться у супрацовников Червоного Крыжа. Причем не только у теории. Наученцы смогут потренировать навыки, каб у критичной ситуации хутко отреагировать и прийти на допомогу. Для того, чтобы остановить сильное кровотечение, мы просим нашего пострадавшего зажать рану. Пока мы приготовим какой-то подручный материал, мы должны сделать давящую повязку. Да? Используем, например, косынку какую-то, да?
так и как можно меньше, чтобы свои руки не соприкасались с кровью пострадавшего. Поднимите, пожалуйста, сразу вот таким делом привязываем. У процесі навучання використовуються манекени і наглядні імітаційні матеріали. Першими підрихтовку пройшли волонтери первичних організацій Червоного Крижа. Ірина Дзяньгуб працює у Центрі соціального обслуговування. Кожен день зустрікається з пожилими людьми і інвалідами. У небезпечних ситуаціях дівчина ніколи не була, але хоче бути готовою, коли її допомога спотребиться. Кожен чоловік має вміти оказувати якусь хоча б першу допомогу, щоб в якихось ситуаціях можна було її використовувати і спасти життя якомусь чоловіку. То же самое в своей семье, это тоже важно, как бы и маленькие дети рядом, и родители, и бабушки, дедушки пожилые. И тоже как бы надо уметь, я считаю, что каждому какую-то помощь оказывать. Те, кто поспехово пройдет курс оказания первой допомоги, отримают соответствующие сертификаты. Правильно оказанная первая допомога скорочает час лечения и часто является решающим фактором при выратовании жизни потерпелого. Именно тому организация Червоного Крыжа надает такую значную увагу научению подобным навыкам. Есть такой подобный центр еще в городе Минске. Сейчас он уже создан на постоянной основе, будет действовать и у нас в Гомеле и Гомельской области. Всегда должен стоять в первую очередь человек. Все создано для людей и во всем мире приветствуется для каждого человека, чтобы он знал, как оказывать первую помощь на дороге, дома, на работе. Программа занятков различена на 16 годин. У группах до 10 человек. Навучание бесплатное. Каб записаться на курсы, треба покинуть заявку на сайте Червоного Крыжа альбо звернуться по телефоне. Ганна Каральчук, Євген Макеенко, телерадіокомпанія Гомель. Сьогоднішнього дня Гомельський обласний центр гігієни, епідеміології і громадського здоров'я запускає нову форму роботи – скайп-консультації з врачами-валіологами і психологами. Скористатися інноваційною послугою можна по електронному адресу, який ви зараз бачите на своїх екранах. Для населення в області консультації будуть безплатними. У лютому вони заплановані на кожний четвер з 10 до 11 годин і з 15 до 16. На питання відкажуть врачи, валіологи і психологи. Пропонуємо теми – формування навиків здорового ладу життя, культура харчування, профілактика захворювань, психічне здоров'я і відносини. Також для всіх заінтересованих ми також оказуємо допомогу в підборі методичної літератури при проведенні всіх профілактичних мероприятий, єдиних днів здоров'я і інших мероприятий, всіх по яким будуть обращення. Консультації оказуються на безплатній основі. Чекаємо ваших питань. Ознайомиться з творчістю молодих мастаків і дизайнерів запрошує обласний громадсько-культурний центр. У виставочній залі розміщена експозиція робіт випускників Гомельського мистецького коледжу. Історія проведення вистави під назвою «Дипломник» налічує більш за 20 років. Класична школа, творчі пошуки, традиції і сучасність – усе це можна побачити у роботах молодих мастаків. Експозицію включають саме лепше. Сьогодні це 10 живописних творів і 15 дизайнерських робіт. Кожен дитинок був цікавий по-своєму. І мені здається, що дуже удачно прийшли до дипломним проєктам. Хороші результати отримали і замечательні оцінки комісія виставила. Ребята росли вместе со своїми дипломами. І я думаю, що ці роботи вже являються началом творчого пути. Негледзячи на то, що на календарі ще лютий, у Гомелі починається весновий концертний сезон. Перша програма буде представлена вже сьогодні. Концертний сезон відкриє заслужений колектив Білорусі – Національний академічний оркестр під керуванням нашого земляка, уродженця Мазырського району Михаїла Фінберга. О 18:30 у Палаці культури Чыгуначнікова артисти представять нову програму «Шлягери на усі часи». Гэты концерт для Михаила Фінберга можна лічыць юбілейным. 21 лютага маэстра адзначыць 70-гадовы юбілей. І гэта была апошняя інфармацыя выпуску. Для вас працаваў Александр Гамоля. Добрых вам навінаў і сачыце за ефірам.